Благоустройство в нашем районе – это не только забота власти. Свой весомый вклад в улучшение благоустройства вносят и жители муниципалитета. В конкурсе «Самая благоустроенная территория Славянского района» приняли участие самые трудолюбивые и неравнодушные. Наша съемочная группа побывала на церемонии награждения. В нашем муниципалитете этот конкурс уже стал традиционным. Его ждут и к нему готовятся. Славянцы, украшающие по мере своих возможностей свой дом и близлежащую территорию, делают свою жизнь более обустроенной и благополучной и радуют всех окружающих. Глава Славянского района Роман Синеговский высоко оценил небезразличие участников конкурса и сердечно поблагодарил их за трудолюбие. Если взаимодействовать и работать с федеральным бюджетом, с краевым, с районным и, конечно же, с людьми, глядишь, что-то и получается. Поэтому мне приятно, что у нас есть победители, как уже было сказано ведущим, которые вкладывают и деньги, и труд, и душу. Всех поздравляю, всем большое-большое спасибо. Здесь присутствуют только те, кто действительно этого заслуживает. Поэтому спасибо вам большое. Глава Славянского района Роман Синеговский и председатель Совета района Григорий Литовко вручили заслуженные награды самым достойным. Были награждены наиболее отличившиеся в номинациях «Лучший благоустроенный двор», «Самая благоустроенная территория», «Предприятие, учреждение, организации», «Лучший подъезд». Чем больше будет у нас таких заинтересованных хозяйственных людей, как участники этого престижного конкурса, тем больше будет порядка и красоты в городе, станицах, поселках и хуторах. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».